идею мы затронули. Мы знаем, что комитет по государственному строительству, правопорядку теперь разделят на два, по-моему, угу. да? И вот эту правоохранительную часть выделят в отдельное направление. Он будет возглавлять, да. И, видимо, господин Дееву будет возглавлять. А зачем господин Дееву вообще нужен Куротай? Для чего? Он отставной силовик. У нас Калешин, кстати, никуда не устраивался. Никакие. Ну, он просто уволился. Он просто уволился, ушел там, заниматься бизнесом, да. А здесь Дееву зачем это нужно? Вот это. Я не знаком с ним лично и как бы не знаю его как человека. Но я предполагаю, что есть определенная инерция вот, вот подобных людей. То есть вот они, когда всю жизнь находились там на должностях, то им очень сложно больше нигде не находиться. То есть вот, вот Алешин нашел себе, в себе силы и интерес к жизни там вот там, заняться бизнесом, там, частной жизнью и вообще-то жить припеваючи. А господин Деев, видимо, такое для себя представить не может. То есть, ну, и хочется ему быть начальником. Так как он... Кабинет, машина. Ну да, выпадает из системы МВД. Ну, и, в общем, туда там уже у него больше входа нет, и перспектив никаких ему там не обрисовали. Ну, попросил, как сказал Коля Бажин, сильных мира сего, договорился там. Возможно, какие-то были перед ним долги. Там, ну, вот так вот. Не могу судить, но для меня тоже это очень странное. Вот такое движение, то есть из там, министров регионального управления Министерства внутренних дел превращаться, ну, по сути, в политика, хотя это слово, ну, однозначно надо брать уже в кавычки в отношении его связи. Депутатов. Я не знаю, не знаю, не могу ответить на этот вопрос.